Если у вас есть лишние шайбы, мы можем с вами поменяться, либо я могу забрать вас безвозмездно. Водный знак зодиака Рак любит все коллекционировать. Мария Лопес, пресс-секретарь хоккейного клуба, с каждой поездки за границу привозит на память спички и даже шайбы. Шайба для гномиков и спички для гномиков. Ми-ми-ми. Последнюю шайбу Мария привезла с чемпионата мира 2014, который пару месяцев назад прошел в Беларуси. Сейчас в ее коллекции 63 шайбы. Если клубные шайбы можно купить в самих клубах, заказать на сайте, то есть шайбы, которые мне более ценны и дороги, потому что их выпускают к мероприятию. Ну, например, глобальное мероприятие. Это была Сочинская Олимпиада, чемпионат мира по хоккею, розыгрыш Кубка Стэнли НХЛ Америка и зимняя универсиада в Трентино. Как и путешественники-раки, девы любят пешие прогулки и здоровый отдых. Весы, как и наша коллега Светлана Козырева, не пропустят ни одной выставки или презентации. Они любят проводить время в скоплении большого количества людей. Среди них найдется немало любителей посещать рестораны, чтобы других посмотреть и себя показать. Стрельцов отличают две главные черты – любовь к путешествиям и философский склад ума. Лучший отдых для таких людей – кругосветное путешествие. Поскольку стрелец изображается в виде кентавра, такие люди обожают охоту, особенно конную. Выносливые козероги любят прогулки по горам и посещение достопримечательностей из старых зданий. Наш корреспондент Юлия Белевич к памятникам архитектуры ездит не только, чтобы посмотреть, но и чтобы сюжет достойный сделать. А вот к морю питомцы Сатурна выехать не стремятся. Они больше любят зиму и холод. Скорпионы – рискованные люди. Им важно, чтобы даже на охоте был элемент приключения и опасности. Поэтому их нередко тянет к подводной охоте, особенно на хищных или экзотических рыб. Этот бесстрашный знак вообще любит играть судьбой. Многие подобные люди с удовольствием приняли бы участие в экстремальных телешоу. Кроме того, скорпионы крайне азартны. Водолей – самый общительный знак. Наши ведущие Марина Вишневская и Сергей Даниленко никогда не упустят возможности поучаствовать в общественных собраниях. Они любят отдыхать в большой компании друзей. Если вы нашли себя в этих знаках зодиака, значит, гороскопы действительно работают.